Вот, но Prime аккаунт надо теперь только купить. Но все равно это копейка. Основной доход Valve были у них статьи в 2019 году, по-моему, отчет был. Какой-то там. Основной доход у них с транзакций в Steam. То есть продажа игр и продажа вообще всех игр в Steam. И процент с купли-продажи чего-нибудь. Ну что, кто кого перехватит? Наебал. Наебал. Ну ты не получишь килл. Я тоже зажимал Е. Спасибо. А ты свой не успел съесть. Очень жаль. Так, ну что, победителей не судят. Исполнено было очень криво, но победителей не судят. Так. Здрасте, это очень нагло. Он, наверное, говорит: тиммейт, иди убей его, он красный, без армора. Я что-то никого не вижу. Где-то бы найти мне армор, патроны. Уже я все похерил. Мы тут с ним тэк расстреляли на двоих. Тиммейтик отъехал. Что делать? Сейчас можно очень легко отлететь. Вижу за домом кто-то лутается. Сейчас можно наиграться прямо здесь и сейчас. Отлично, прямо ко мне, давай. Давай, прям ко мне, блядь. Сейчас будем вместе умирать здесь. Не знаю, посижу я, наверное. Никуда не пойду. Патронов нет, ошибиться. Возможности нет. Ты можешь уйти уже от меня, тебя прошу, блядь. Правильно, мы идем ко мне. А куда еще идти? Надо же вдвоем сдохнуть. Чтобы тиммейт вышел, кого-то помог мне убить в зоне видимости? Нет. Чтобы, блядь, прийти... Под тобой чувак лазит. Хорошая новость. Что-нибудь еще? Нет? Блядь, мы такие умные, когда надо дать совет. А когда братан, надо помоги. Съебаться, иди нечем мне помочь. Ты мне не братан, блядь. А глобля ебаная нахуй. Очередная. Братаны эти, блядь, со двора. Алёша, оу. Блядь, это мусорный девайс. Перестань бегать за мной, оглобля, блядь. Ведерное. Ведро из ПТУ. Моя любимая. Как-то надо себе заказать вот это и вот это. Он просто продолжает за мной ходить. Перестань за мной ходить, ебаный долбоеб, блядь. Как еще ему объяснить? Дай пистолет. Перестань бегать за мной, тебе как объяснить, блядь, дурак? Люди, скажите ему, мое терпение начинает заканчиваться. Блять, пиздец. Сейчас умру. Так, надо пойти патроны где-то разлутать, я не помню. Где-то, может, что-то лежало. Наверное, не досмотрели здесь. Тиммейт меня очень сильно расстраивает. Он ничего не сделал, но позволяет себе говорить так, как будто он меня тащит изо всех сил за четверых. Меня в этой игре тащили, такое бывало. Не раз, но... Чтобы кто-то пиздел и ничего не делал, такое случается. Случается нередко. Молотовы. Блин, я сам себя в угол загнал. Надо было в эрзону на другой конец карты проходить. Вижу. Но постреляться я не могу. У меня тупо патронов нет. Будет глок мне. Можно было бы, наверное, пойти и закрыть его. Но он меня тоже... Развернулся, посмотрел. Не оглянулась ли она. Да, он заходит за спину, я видел. Блядь, пожалуйста. Надо сказать спасибо, что он по башке мне не настучал. Я вижу, он там дальше меня пытается найти.
Рискую, беру деньги. Тяжело, тяжело. А вот человек просил меня ему помочь, так? А от него помощь какая-то, вы видите, что была? Я не вижу. Значит, кто со мной играет? Со мной играет Шизик, блядь. Он требует от меня того, чего сам делать не хочет. Не собирается. Так, ну враги ходят по пятам за мной. Что я вам сделал, не понимаю. Я пошел. Только я от вас куда-нибудь уйду, тиммейт за мной, враги за мной. Просто какой-то поезд. Шоу Бенни Хилла. Шоу Бенни Хилла. Я думаю, самый сложный этап в игре прошел, где я сумел выжить в начале и выбить тег. Но нет. Все еще впереди. Может быть, мины скрыть придется коробку. Ничего. Нету полезного, скорее всего. 8 человек все равномерно как-то распределились по карте. Я пойду в угол. Я пойду в угол. Одна зона, и у меня скаут. В смысле, один раз переждать, и у меня скаут. Я оставлю, наверное, вот эти патроны, о чем могу потом пожалеть. И дождусь скаута. Дождусь скаута. Хотя вот я патроны не забрал, если я сейчас накосею, в игру будет не вернуться. Так, ну что, жду тиммейт у себя в гостях. Другого, я думаю, ничего не будет. Пушки они пусть забирают, я вот сейчас себе скаут куплю и нормально будет. Там возвращаешься. Таймер что-то пропал. Вот он ты, прямо у меня на лице. То, что нужно, чтобы враги прыгнули, нас двоих пизданули. Отлично, армор мы сумели подобрать, не все так плохо. И что-то начали смещаться. Почуяли кровь враги. Я думаю, до скаута я не доживу. Что-то мне кажется, враги сейчас придут. Все, сижу дальше, еще возможность посидеть есть. Если хайвалуч, там хаешка сейчас скаут не сбросит с моего дрона, все будет, в принципе, нормально. Ну, еще могут прыгнуть, меня уничтожить тоже. Это очень вероятно. Тиммейт в зоне поражения тоже. Так что у нас акция 1 плюс 1. Умер я, умер тиммейт. Для советчика было очень много всего сделано со знаком минус, так. Можно пойти попробовать за патронами дойти. Если позволится. Так, кто-то из красноты начинает выходить. Не вижу. Не вижу, лол. ПЛЗ. Ничего не понял. Чел был в красноте только что. И исчез. Так, авапа. Дала кому-то по башке. Тита Югослав. Брос Тита был. Последний. Не последний лидер Югославии, но последний, когда Югославия была сильной. Какая-то самостоятельность принятия решений была. Брос Тита. Не знаю, к нему ли отсылка в никнейме. Так. Можно ли вас увидеть? Игре, как к этому относится семья? Семья относится нейтрально. Вот, так как это мое развлечение. Скрашивает мою жизнь. И также я отношусь к жене. Она может заниматься чем хочет. Блять, перестань за мной ходить. Ты двери пооткрывал, конечно же, блять. По-другому быть не могло. Ну вот, нормально относится. Игре уделяю сколько времени? Ну, час-полтора через день, каждый день. Вот так. На выходные, может быть, плотная засидка. Там на 4, на 5 часов. Там где-то даже какой-то стрим был 6,5 или 7 часов. Ну, с перерывами, конечно. Но все равно это много, я считаю. Тем более, что для одного развлечения простого. Развлекаться-то можно по-разному, используя. Вижу, что-то мелькает, вижу. Вон, не знаю, попал или нет.
не попал точно. Не туда он вышел. Дверь-то самое главное закрыл. Чел в последнем гексе, но он спалился. Я его подстрелил, и вот его тоже кто-то подстреливает. Как не попал, блядь. Вот, блядь. Опять Тита Югослав. Тита Югослав, успокойся. У нас и слева враг уже ходит. Тиммейт, ты чем занят? Я столько советов слышал уже. Так, ну не столько, но мозги он мне выебал. Настолько, что можно было, по-моему, продемонстрировать что-то в этой игре. На себя немножко взять как-то игру. А пока он только патрулирует мост. Знаете, как вы играете какую-то одиночную игру? Там какой-нибудь хитман, надо охранника какого-то снять, который так явно ходит где-то на какой-то локации. Вот это мой тиммейт. Ну, чё? Все по одному? Все по одному. Ну вот он, ты охуенный пацан. Он в доме, внизу. Конечно, он в доме, блядь. Потому что нихуя не смотрел и не видел вокруг себя, блядь. Еще с таким удивлением, блядь, ничего себе. Ну, здорово. Еще с таким удивлением. Вау, в доме кто-то ходит. А что ты делал возле меня, чел, вообще? Патрулировал мост? И ждал, что враги наебали. Я так и знал, блядь. Он ходит, двери только открывает, ебет мне мозги, блядь, своим чатом, блядь. Ебаное ведро, блядь. К вопросу о тильте. Так, вижу армор. Патроны, по-моему, пистолет или что это, или деньги. Пистолет или видно. Ну что, побежал сразу. А им на глоке показывать, если он есть. Дверки. Осторожно, двери открываются. О, чел, вот видите, начал игру, все вроде нормально. Он про меня ничего не мог даже знать. И игра закончилась. Я просто был с глоком и решил побежать на него. Невозможно предсказать такой исход событий. В этой игре много, конечно, рандома. Вот. Потому что все-таки CSGO изначально тактический шутер, где важно время и место. А здесь этот принцип специально не был соблюден, чтобы ну, его принесли в жертву в угоду зрелищности, динамики игры. Такому какому-то рандому дикому, чтобы люди вот как раз прыгали, бегали, убивали друг друга. Че, я иду дальше. Здесь кто-то лутается в доме. Вообще плохо, конечно, захожу. Надо вот справа было бы идти, и это был бы... Это была бы хорошая, сильная позиция, но... Сейчас, если я встряну... Армор мне поможет сильно. Мне кажется, он слышал меня. Это красная бочка, да? Я его проглядел, и он ушел вперед. Нет, бизон, конечно, плох, но не настолько же. Так. Нормалек. Че, коршуны идут поживиться, моей наживой. Не бывать этому. Так, он здесь был или где? Что-то в доме не ориентируюсь, честно говоря. Только внутри. Я люблю посидеть. Так, ну эта пушка мне больше нравится, но патроны я там подизрасходовал. Так. Парашютен. Я думал, я с башни, как обычно, взял. Видимо, нет. Надо выпрыгнуть из гикса. Может, кто-то ко мне хитрый зашел, не зашел. Тиммейт близко к смерти. Ну, я тоже. В этой игре в Вальгалу планировался отправиться. Никого не вижу что-то пока.
Нет? Ну, может, можно допрыгнуть, просто руки не прямые. Так, опять? Опять на балконе? Да. Е-е-е, что там за распрыжка такая? Вы это видели? Кажется, это киберспортсмен. Киберспортсмен убит. Тиммейт убит, поэтому я отхожу. Я не знаю, может быть, мой тиммейт нормальный, ровный парень, который тэпнется ко мне и попробует убить меня вместе с собой. Я видел еще кто-то вот в этот дом заходил. По-моему, это был тиммейт вот этого вот. Вон еще какая-то киберспортивная личность там бегает, прыгает. Все это все обойму надо выстрелить. Ну что, никто не придет помогать тиммейту своему? Я вроде один. Мой тиммейт играет с огнем. Где деньги? Лебовские. Это все замечательно. Не надо было сюда тэпаться. Не надо. Я хил забираю и ухожу. Или круг можно ему в спину сделать и вместе с тиммейтом умереть. Че, он меня не видел, не верю. Блин, окон нету нифига на сквозняк. Ну тиммейта. Ну а че, тиммейт хочет там оставаться, не хочет ничего идти лутать, подбирать, я пошел. Там тем более какой-то серьезный человек. Ну че, крыса где? Мы это долго еще не будет, и, судя по всему, он жаждет преследовать меня. И я, видимо, не вправе ему помешать. Вправе ему помешать. Какие неприятные лесенки. Сразу с прыжка не запрыгнешь. Ну чего. О, 11 человек, девайс, тиммейт в залупе, если я умру, игра закончилась. Игра закончилась, если я умираю. Скаутец. Ну что, все или ничего? Вижу, вижу, вижу. И тиммейт умер. И тиммейт умер. Очень вовремя. Очень вовремя ты умер, тиммейт. Очень вовремя. Очень вовремя. Почему ты не играешь агрессивней? Как сыграть агрессивней? Только перестрелка, и сразу я вижу сообщение. Your teammate has died. Как вот играть? Никак. Никак. Что-то замедляют меня прыжки. Хочется мне съесть хил. Чувствую, если меня, что мне по башке сейчас заденут кто-нибудь как-нибудь. Я думал, скаут прилетели. В смысле, я думал, принесли скаут, я думал, я скаут и увидел. Ну, что-то не разобрался, честно говоря, в ситуации. Можно взять самому скаут, я вижу примерно, как гиксы закончатся. Вот какие-то вот эти дома, я бы тут засел, мне кажется, у меня сильная была бы позиция. Ты все? Ты все, спасибо. Спасибо за игру. В скобках не... Вот стреляться с ним или нет? Я пошел в дом. Берите девайс, делайте, что хотите. Деньги должны быть. Кстати, кто-то писал в комментариях, что надо докоснуться до кейса. Это я? Это я. До кейса докоснуться, чтобы деньги забрать. И это правда. Это все так оказалось, как есть. Проверено. Так, ну, я теперь сижу в доме. Тиммейт лишил возможности меня поиграть. Чуть более агрессивно, чем хотелось бы. Там две перестрелки, два раза он умер прямо в этот момент. Так, позиция мне моя не нравится, очень открыт против окна, тут никак не сядешь. Ну что, где-то плюс-минус я рядом с последней зоной, можно даже будет еще купить красный. Я, наверное, вас подожду, будем надеяться, никто из людей в чате меня тут не захочет уничтожить, подсмотрев немножко картинку. Ну что, здесь как народ ко мне еще так смещается. Какая ситуация? Ранг что, не сняли еще? Сняли. Раз, два, два. Да. Две пары и один. Уже есть, кстати, скарщик. И подстрелили мостового.
кто рядом был. Я в последнем или за мной Гекс. Чел что-то девайс не хочет забирать. Наверное, над собой взлететь. Здесь у нас вроде запрета на полет дронов нету. Будем обузить. Несовершенство Danger Zone законодательства. Враги. О, пьяный дрон, пожалуйста. Сейчас человек в дом просто зайдет и все. Пока я тут не могу справиться. Вижу, подсвечивается чел. С тобой все ясно. Но он, это, по-моему, сольник как раз играет. Так бы пара бы так не играла. Вот скаутер, да? Не вижу. Нет, скарщик. Скаутер. Скаутер. Так. С вами выяснили. Там тоже два должно быть. Вот этот сольник. Мне главное в окна его не пустить. Я, наверное, уже никуда не буду летать. Ничего не буду смотреть. Просто сидеть и ждать. Чудо. Чудо. Я не знаю, кстати, может быть, последний гекс как-то можно из двух определить. Ну, я не один в два играю, чтобы перестрелки сейчас принимать. И хила у меня даже никакого нет. Это вот что-то очень наглый был какой-то прыжок. Сразу сбили ястреба. Самое смешное, что чел уже может быть у меня на первом этаже в доме. Вот. Окна никто не отменял, окна нельзя услышать. Да даже если я в дроне буду, я не услышу двери открытые. Я все время жалуюсь на тиммейтов. Ну. Так, скарщик, оказывается, здесь. У него был серый какой-то ствол. Или это второй? Второй. Ну что, вот этого может быть сжечь. И как Джокер выйти, убить этих друзей Оушена. Что-то... Ага, ты так отъехал. Лол, нет. Что происходит? Как там чел отъехал? Я не понимаю. Наверное, вот за этим надо другом идти. Хила нет, первое попадание, все, и конец. Прыгать нельзя, развернется, услышит. Ух, ничего себе тут. Надо его увидеть, потому что я его не увидел. А он меня, скорее всего, увидел. Блять. Щита-то нету. Щита-то нету. Я что-то вообще чел не увидел. Признавайся, ты видел, наверное. Тут игра могла закончиться. А чё он не побежал сразу меня убивать? Не поверил, что я в красноте стою, да? Не поверил. Где мои Bloodhouses, любимые? Пацаны дважды меня здесь уже проспали. В этот раз никто не ошибется, да? Ну ладно, просто люди без лута были. Тот-то Челси Спом меня мог наказать, он просто боялся, что мы вдвоем его идем убивать. Вот, а мой тиммейт, он просто по приколу же за мной бежал. Он не знал об этом. Кто бы ты ни был, знай, я тебя ненавижу. Кто делал это в прошлой игре, блядь. Еще деньги, лоб. Что-то много, прям совсем. Ну что, я видел девайс, видел парашют. Думаю, так с башни есть что подберу. Я что, совсем один? Есть что-нибудь? Армор, ничего себе. Хорошо живем. Хорошо живем. Так, ну что, лутаемся и посмотрим, что там. Ой, ну вот это прям классно. А у меня что, не стоит МП-пяшка? МП-пяшка. МП-5 у меня не стоит, у меня же цветной есть. МП-5, что за фигня? Габен. Вроде что-что, а со шмотками-то всегда было все нормально, потому что это главный источник дохода и золотая жила. А тут у меня МП-5 не цветной. У меня там какой-то красивенький был. Так, надо, наверное, я отойду. Я не пытался ту позицию занять. Не знаю, что там происходит. Близко люди, далеко ли. Вроде тоже отошли назад. Проверяют гексы. Надо принять хотя бы. Опа. Лол. Вот я даже не знаю, что в моем гексе происходит. Здрасте.
О, сейчас весело может быть. И я захожу в гекс, где не знаю, что происходит вообще. У меня пистолет перезаряжен, если что. Да. Чего-то не знаю. Сейчас беда может произойти. Векс уже мстит. И что-то ничего не нашел. Это случайно не тот чел, который второе место в прошлой игре занял? У меня там куча киллов было. У меня складывается впечатление, что я жертва какого-то заговора, что есть пул. Пул из 200 игроков, которые меня видят и говорят: о, надо ему сейчас игру заруинить. Я, как это объяснить? Чел в прошлой игре бегал со скаутом, всех прыгал, убивал. А здесь он какой-то мальчик для битья. Как это работает? Я видел чела с щитом. Попробую его догнать. По-моему, не он. Тот-то с армором был. Не. Тяжело. Я здесь не один. Сейчас меня как подберут, и это будет прям королевский мув. Да, вот я что-то не помню. У меня бывают такие какие-то провалы. Вроде играешь, смотришь, за всем следишь, а потом нифига не помнишь. Так, ну хорошо, вовремя щит я подобрал, развернулся, знал, что я буду делать это. Я сознательно развернулся, потому что там уже ХП не было, я понял, что я проигрываю перестрелку. Отхожу. Жду хил, очень тяжело. Очень тяжело. Ну тут чел с дробовиком по крыше бегает. Это по... Я не знаю, как это возможно. А почему ты со скаутом вокруг дома меня бегал, развлекал и пиздил, а теперь ты с дробовиком по крыше как долбоёб бегаешь и ждешь, что тебе кто-то в башку даст? Как это работает? Я говорю, люди, которые меня убивают нереально, они в игре, когда играют со мной, они превращаются в овощей. Я проклят. Я проклят. Это Золушка. Сказка про волшебного принца и туфельку. Где люди, просто играя за меня, превращаются в овощей и делают какое-то безумие, блядь. Еще хочет Димас залететь и капнуть. Димас, признавайся, это ты за мной прыгал и смотрел на врагов? Признавайся. А вот и тиммейт. Ну что, он же не мог так один нагло заходить и пытаться меня убить, правильно? Что это был за парашют? Тиммейт, это ты? Заглушаешь. Никто вроде не стреляет. Так. Блин, надпись испугался на стене. Синяя надпись показалась. Тут что-то как-то есть. Гранаты себе заказываем. Хорошо живем. О, цветной. Цветной, хочу цветной. Ну, почти фул патроны. Надо выйти из гекса. Непонятно, что здесь было. Я что-то... Ло! Не понял, пистолет себе привез, да? О, классный. Прикольно. Тиммейт взял и отъехал. Хотя в гексе он был один. Спасибо, что ты есть. Вроде, блядь, бегаю, вроде контролирую территорию. Вроде даю тиммейту поиграть, но как бы даю места ему много свободного. Мины, вот это удача. Пошел-ка я отсюда. Не знаю, что ты там хочешь.
Я хочу победить. Вроде столько было мэп контроля. Он умер, и возле меня Гекс. И я даже в своем вот этого чела не досмотрел. У меня было ощущение, что тот, кого я убил, там не один, и он оказался не один. Но я этот момент проглядел. И могла быть катастрофа, если бы там было оружие, и чел бы не был голый. Что за пистолет, кстати? Fairy Tail. Не увидел я здесь что-то на светлые иконки своего напарника. Ну что, надо посидеть, наверное. И не с планшетом. А то я помню, как с планшетом здесь уже посидел. Чел вышел, щелкнул меня. Было очень неприятно. Можно было бы туда-обратно сбегать за девайсом на угол кат, но краснота уже поджимает. У меня достаточно хорошая позиция, вот, чтобы ее не покидать. Тиммейт победил, потери по хп нету, отлично, отлично. Можем же, когда хотим, правильно? Ситуация 2-2-2. Три пары игроков в студию. Есть еще девайс на доме, но там я не вижу, чтобы был последний. Я беру красный. Я беру красный, отлично. Очень хотелось бы, чтобы я был в последнем. Вот как определить, мой последний или тот, который позади меня? Мне кажется, тоже должна быть какая-то зависимость. Может быть, свободные гиксы за спиной. Вот сейчас на моем гиксе свободные гиксы вообще в количестве двух штук, а там вообще краснота. Может, мой будет последний? Попробую такую вот гипотезу выдвинуть. Сработает или нет. Но это, если сейчас прокнет, это ничего, конечно, не значит. Может быть, в 10 следующих игр, 100 следующих, 1000 игр, все будет наоборот. Вот, ну так просто от чего-то хотя бы отталкиваться, наверное. Я уверен, Габен все сделал с конечным гиксом, чтобы было все известно заранее. Гейб рандом не любит. Ну что, господа. Мне кажется, я с последним все-таки. У нас как тут побольше свободных. Я знаю вот то, что работает 100%. Три стороны соприкосновения. Это, конечно, скорее всего, мой. Просто слева гораздо больше гиксов. Сзади вообще один. Но, может, я ошибаюсь. Нормально. Вот Риху можем. Или Риху такой игрок, который, знаете, под конец. Да, мой последний. Но это, конечно, ничего не значит, что больше свободных за спиной. Вот Риху, я так понял, это игрок конца игры. Такой вот, когда мало гексов, мало уже всего, и вот он может зайти куда-то в спину, пострелять, поубивать. Видимо, он такой. Потому что то, что я видел, как он с дробовиком сидит через всю карту на крыше, это меня очень сильно огорчило. Ну что, я не буду ему мешать пытаться забрать последний килл, если он хочет. Я сижу уже в последнем. Мне угрожает бомба. Вот. Но чтобы ее поставить, нужно, конечно, подойти ко мне, дать... Мне надо дать врагу подойти к себе, чтобы на меня поставить бомбу. Вот. Сделать это можно только в том случае, если кто-то меня сбайтит таким образом. Кто-то будет там с какой-нибудь винтовкой ждать, что я дверь открою. Буду бомбера убивать, и там чел... Ну, слишком сложно для пары игроков такое исполнить рандомно. Поэтому... Посиделки, посиделочки. Я что-то не помню. Он вроде киллы сделал. Вот, да, только сейчас что-то засчитал чувака. А вон там черепки. Ну что... Жду в гости вас. Надо было вообще полчаса назад все это заказать. А то сейчас выяснится, что у меня вообще на первом этаже здесь какой-нибудь сожилец есть. В моей коммуналке. И будет очень неприятно. Сбили сразу дрон, да? Сразу сняли его, смотрю, переконтролили. Ну правильно, что? Вот эти ребята меня пугают. Мне приходится открывать дверь на третьем этаже, чтобы с ними стреляться. А это серьезная проблема. Вижу мост. Второго не вижу. Вряд ли они каждый свой гекс разбрелись. Да, вот они оба напарнички бегут. Посмотрим фильм. Посмотрим фильм. Забегаем внутрь. Давайте, давайте. Я сопровождаю вас. Операция контртеррористическая. Нет, не нравится, когда за ними смотрят. Это знаете, как журналисты в горячей точке на другой стороне. Они подходят, камеру в лицо суют, спрашивают, что вы здесь делаете. А им просто прикладом разбивают оптику. Вот у нас здесь то же самое произошло. Все-таки это была не операция по спасению заложников.
обижаться на них не стоит. Ну что, бомбу поставил чел на лицо. Начал меня прям сильно радовать в конце. Да, по-моему, это все-таки игрок поздней стадии игры. Поздней стадии игры, который себя там комфортно чувствует. Ситуация 2 в 2, да? Я что-то думал, мы в разных. Вот здесь бы немножко на вас посмотреть. Понятно, что эта бомба их вряд ли зацепил. Люди просто отходили. Что-то он куда-то пингует, я не понимаю, куда. Вот сюда ты пингуешь. И чего? Блять, короче, сейчас, наверное, в доме они у меня будут. Ой, ну это было очень опрометчиво. Надо помогать. Надо помогать, в скобках воровать последний килл. Иди ранкать, сильный ранг, если у него сильный ранг. Да, а, это пацаны, которые зашли внутрь, вот эти вот. Я думал, они уже давно умерли. Я думал, он их и убил. А им мой враг мой. Все, в никуда. Ну, чел, кстати, хорошо прыгает. Он серфит. Серфит по наклонным. Серфит по наклонным. Окей, бараз базара ноль. Базара ноль. Blue Ocean, это, по-моему, когда вы воюете капиталом своим, ресурсами. А Pink Ocean, это когда вы принципиально новый рынок образуете. И вас очень тяжело задавить. Ну, все. Сегодня кого угодно может задавить. Там 4 коня. Как они называются? Там вот эти вот. Google, Amazon. Кто-то там еще, вот эти 4 большие компании, Apple, которые всех могут войти задушить. Вот, на легальных основаниях. Так, минутка политики. Что-то я ничего вокруг себя не увидел. Молоток, отлично. Попробую рискнуть. По 2000 я очень сильно не люблю стрелять с ним. У меня чел, кстати, был с армором. Можно здесь приехать. Так, пара сообщений там выпало. Береты, я бы, наверное, по 2000 даже оставил. Я знаю хотя бы, что по 2000, как он бьет вармор. Береты — это рандом вообще. Ну, в смысле, плохо бьют вармор, но по стрельбе это рандом. Армор я подобрал, вон пушка еще лежит. Мы, наверное... Я-то сейчас обижусь и вернусь. Куда он ушел? Вопрос. Один. Так, сейчас я с товарищем двою, и мы разберемся с двумя сообщениями, которые там были. Я не слышал, как он открывал двери, но потому что был взрыв. Сейчас может быть произойти беда какая. Вот я его проглядел, а значит, он может быть где угодно. Парашют. Здорово. Вот как потерять чела на ровном месте? Я в этом эксперт. Я вот... Он вообще мог в окно просто запрыгнуть, да? Где? А, вот ты где, блядь. Сейчас мы с тобой поговорим. Сам Хантер сам на меня вылез. Так, смотрим сообщение, обещал почитать. Нет, пушка мне другая нравится. Мы сегодня будем реально конкурировать. В техническом плане самая удобная платформа для стримов. Я считаю, что Google мог бы спокойно это сделать. Ой, ну да, Google, YouTube мог бы спокойно сделать. Очень много, вот знаете, есть всякие форумы, Reddit, площадки, где люди предлагают очень много всего, как упростить жизнь всем. Зрителю, стримеру, просто какой-то новый функционал добавить, который бы... сделал интереснее трансляции. Все это есть. Просто люди знают, что они есть вдвоем и больше никого, поэтому они не напрягаются. Good Game, извините, он какой-то всратый. Какой-то вот всратый. Можно много было бы, наверное, все сказать, но одним словом мне лично проще охарактеризовать. Тем более, что когда у вас директор Good Game, как там, Майкер его зовут или кто, сам стримит на Твиче, извините. Тогда извините. Так, ну что. Вот я бы в уголок пошел, но тиммейт что-то лезет, по-моему, в залупу. И патронов у меня нет. Какой уголок? Вот и патроны. Я говорю, патроны нужны. Вот они. Блять, я игру не записывал, по-моему. Не первый, не второй. Ну ладно, ничего интересного не было. Я думаю, люди ничего не потеряют. Если что, я всех предупредил. Если на ютубе ничего нет, значит, надо ходить им на Twitch.
на прошлой трансляции, уж извиняйте мое допущение. Тоже сольник был, интересно. Так, береты опять, да? Но мне мои нравятся цветные. Так, 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 так. Не, я думаю, люди не глупые. У них просто есть вся статистика. Они понимают, что когда они зарабатывают на всем остальном, они сравнивают просто доходы, источники доходов и говорят: слушайте, мы можем сюда потратиться, но нам это много не даст. Сегодня какая политика? Меньше вложить, больше получить. Вот, и стриминговые вот эти платформы, они, конечно, много не приносят, если мы говорим в контексте вот таких больших крупных компаний. Одно дело Good Game, да, когда это единственная вообще твоя фишка. Так, тиммейт говорит, умираем вдвоем. Пистолеты тебе не нужны. Ладно, я сам тебе их подкину, наверное, блядь. Окей, окей, thanks. Не надо сваливать от него, он пришел ко мне. Не, а ну если ты еще не нашел после того, как я пинганул, тогда я не теряю время, ухожу отсюда. Тогда я ничем не могу, извините, я ничем не могу помочь в такой ситуации. Так, залога можно сдать, но я вижу, там кто-то охуевший тэпается, по-моему, блядь. Угу. Вижу. Ох, как было бы прикольно, если бы он с глока мне два по башке бы дал. Вообще было бы замечательно. Ну что такое трафик? Трафик конвертируется у нас во что? В рекламу, да? Я не думаю, что Google из-за рекламы у нас переживает прям сильно. Так, залога еще можно отнести, если я вспомню, где он. Заложника можно было бы отнести и получить 900 бачей. Минута — это много, плюс 20 секунд карта стягивается. Вот. Ну, все очень просто. Когда ты монополист, тебе делать ничего не надо. Ты ни о чем не паришься, ни за что не переживаешь. Вот. Нам Кейнс и Хайек так говорили, что капитализм и рынок все разрулят, они будут создавать конкуренцию. Но видите, какая конкуренция? Она разве добросовестная? Нет. У нас просто есть защищенные монополии государства. Трамп что-то пытался перевести из одной сферы в другую. Его сразу прижали, отовсюду везде забанили и выпнули ногой. Где честная конкуренция? Просто монополии уже защищаются государством, блядь, несмотря на всякие антимонопольные законодательства. Все эти дела, блядь. Так что рынок, может, и хочет что-то разрулить. Вот. Но человеческий фактор здесь вмешивается. Особенно, когда ты высоко наверху. Надо тебя только кто-то такой же может сбросить. Вот. Второго Google нет. Вот как, а Apple это не нужно, да? Так, ну что? Чувака я подрезал, сдал залога, денег очень много, я думаю, это конец. Не понял. Что это, блядь? ГГ. Я его в упоре, блядь, не увидел. Пожалуйста, уйди просто куда-нибудь уже. Боже мой, блядь, как я его в упор вообще не увидел. Шок, блядь. Он тебя еще? Он его еще убил, блядь. Ну ладно, я ни на что такое не рассчитывал. Все, пизда. Идут меня убивать. Я знаю, если я в этой игре умер, это конец, блядь. Вы никогда меня не вытащите, ничего не сделаете. Все, конец. Все вложения мои ушли. Правильно, ко мне надо идти, выебать мне мозги. Помогать ты мне не хотел, разменивать ты меня не хотел. Да.
все. Так, ну что, есть камбэк? Есть камбэк. То есть, если бы он был ближе ко мне, он бы просто сдох после меня, и игра бы закончилась. Угу, кто стреляет еще. Ну, пиздец, блядь. Так, вижу последний гикс. До него будет добраться непросто. Надо было делать килл в доме. Вот, новый чел тэпнулся. Новый чел тэпнулся. И что? Сразу меня наказал за то, что я его не доконтролил. Классика этой игры. Классика. Ну что, может быть, он не досмотрел. Ты еще от зоны умер. Прикольно. Может, он планшет не досмотрел? Мне не нужна эта драка, да, честно. Да, да. Блять, заткнись, идиот, нахуй. От тебя мне еще советов не хватало, блять. Кто-то над головой может быть, он все знает. Хил. Ну что, теоретически можно досидеть, я купил ускорение, там много очень всего, я думаю, люди должны сагриться друг на друга, желтый я себе вернул, но свинья какая-то не хочет мне дать спокойно принять мои подарки, отойдите от меня нахуй. В темпе. Ой. Ну, наверх, наверное, запрыгнул, да? Ага. Не запрыгнул. Ошибочка, господин. Ошибочка. Не знаю, очень тяжелая ситуация. Вы еще вдвоем? Нет. Вот мне надо ждать, пока они разыграют. Я, наверное, посижу, потеряю половину хп в красноте. Главное, чтобы они вышли друг на друга. Проблема в том, что я очень сильно спалился в этой позиции. Вот. Люди должны знать, что мы здесь. Я отвоевал. И с одним, и со вторым. И советов наполучил. Ну что, блядь, надо выходить как-то, забирать, блядь, девайс с него. Или вот так вот делать. На гравимине, наверное, выпрыгну. Блядь. Ты угораешь? Как я это выиграл, я не знаю. Чел зачем-то в красноту прыгает. Зачем? Ты прикалываешься? Шок. Еще и мне надо было убивать и одного, и второго. Так, ты все видел? А, пистолет, у него патроны что ли кончатся? Да, тут еще башка и добил. Спасибо за советы, что бы я без них делал. Фишинг, Tower One. Вот бот Хаус из меня будет контестить. Да, это я про него что-то забыл. Забил. Тиммейт относительно близко. Но, если что, мы с ним... дроп-споты не делим. Вообще что-то ничего не вижу. Вижу армор. Патроны. Здорово. Вообще что-то не видел. Пистолет тоже не видел. Я то ли ослеп, то ли не подгружаются вещи, пока я на определенной высоте. Че, мы оба за пушкой пойдем? Успокоишься, да? Че у него за пистолет, я не понял. Это не важно. На Тауэр полез, да? Ну там мы с тобой и разберемся, я думаю. Тиммейт вроде в безопасности, ты кого потерял, друг? Стоит просто, смотрит. Ч
что-то заказал себе? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Прошу, свинья забрала. Очень плохо. Очень плохо. Так. Ну что, все равно покупать мобилити пэкэдж. К сожалению, на куски его не разделили. Очень дорого себе за 1000 голды покупать что-то. Тиммейтик сдох. Причем сдох он близко. Надо быть осторожным. Надо быть осторожным. Что-то не... Kill him! Ой, советики подъехали. Советики подъехали. Ну вот, иди и убивай его. Иди и убивай его. От меня только отойди, чтобы не получилось так, что там акция будет 1 плюс 1. Убил одного, сделал склад вайп. Да, иди убивай его, блядь. It's coming to you. Хуёво. Попало, блять. Блять, вот сейчас прыгну его убивать, и тиммейт сдохнет, блять. Вижу, вижу его, вижу его. О! Это было очень оптимистично, блять, мистер Флинт. Мейт мне, конечно, не планировал помогать. Так, где мина? Это вот здесь, да? Ладно, в центре. Где вы, господа? Может, подо мной где-то уже я проглядел. Ты уже красный. Ты умираешь. Пока. Пока, мой друг. Посмотрим, как его в тумане убивают. Не. Ну что ж, мы сидим дальше. Давайте, я жду. Kill him. Варварская. Да, я кем. Ну что, это стрим-снайпер? Что он за мной повторяет, все как я говорю. Ладно, ждем. Пока возродится тиммейт. Верхний правый угол, пожалуйста. Будет один плюс гекс. Идешь и лутаешь дома. I go far, far away. Неужели? Да, я видел, но я вот еще на мосту, видите, под прицелом прям. Я такие вещи даже иногда не говорю, хотя и бывает не замечаю, да. Че я выделываюсь? Тут два прыжка просто, это два прыжка. У меня есть они, но я посижу. Надо посидеть, врагов много, тиммейт голый. То есть если я сейчас умру, мы в игру не вернемся. Подобрать будет нечего. Вот этот сейчас краснотой все задавит, и все, и конец. Вот, тиммейт голый, идет к врагам. Че, мне, наверное, придется город убивать, я что-то не знаю. Здесь концентрация прям очень большая врагов. С кем там воюешь? Может, даже по мне попробую пострелять. Ну, обычно никто сюда не смотрит вверх. Я тоже. Я привык. Уровень оппозиции невысокий в этой игре, поэтому на таких каких точках никто обычно не сидит. Опа, 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 видел, в город себе привезли. Ну что, рискну. Это не он. Патроны кончились. Ну это домашний, наверное, господин. У тебя что-то тут было? Пистолет какой-то, да? Вот так вот. Сделать. Тоже глок, блядь. Не знаю, где-то патроны бы найти или вот хороший пистолет. Но лучше патроны. Блин, у меня, оказывается, патроны. Так. Ситуация-то печальная. Я подхожу к розыгрышу. Вот сейчас розыгрыш будет. Надо со всеми воевать, стреляться. А у меня основное оружие в говне. Дробовик — это не тот вариант. Может, патроны где-то еще лежат. Мы просто здесь в бесконечных войнах друг с другом не решили вопрос. Никто с патронами. Бочка. Все. Пора уходить. Еще передо мной гекс. А, мне еще телеграфируют, говорят, что меня видно. Хаешку мне сбросили. Да. Тогда ход конем. Ход конем.
доме, наверное, какие-нибудь ребята еще сидят. Нет, повезло. Так. Ну, тиммейте, чего надо было за девайс в край карты идти? Здесь мы все про меня знаем. Нос что-то закладывает. Не знаю, как-то вот этих ребят надо перепрыгнуть. Как вас перепрыгнуть, блядь? Пистолет неплохой, но потом... Блядь. Я не буду с тобой воевать. Давай не будем. Ну, тем более флешки отбрасывает. Ну, согласен. Перемирие это вариант. Тиммейт начинает подыхать медленно, но верно. Нет, сделал килл. По-моему, кстати, по-моему, обидчику сделал килл. Ну что, отсидка? Отсидка. Слово плохое, нехорошее. Но как по-другому выразить то, что я планирую сделать, я не знаю. 346 minutes later. Так, враги близко. Тиммейт на девайсе. Ты девайс заберешь? Я надеюсь, у него, кстати, хорошее оружие. Галил. Я что-то, мне кажется, в последнем где-то гиксе. Я не знаю, кстати, как здесь сесть, чтобы было не видно, потому что там на самом деле ты бежишь по кромке, прыгаешь, и тебя все равно можно здесь увидеть. Че, тиммейт очень плохую позицию себе ставил. Я или я в последнем, или за мной гекс. Одно из двух. Я буду играть последним. У меня ебаный дробовик. Three days later. А, тиммейт еще и сдох. Ну, позиция была дерьмо, надо было двигаться последним. Ждем советы. Ждем советы, без них никуда. Он, кстати, бы успел вернуться в игру, но у него вот 20 секунд, а 10 секунд возвращения закрывается. Да, все. То есть 15 секунд он не успевает. One week later. Так, и враги что-то тут ходят, ходят. Ребята с красноты подтянутся, может, спину кого убьют. Я уже все, я сижу до талого. One eternity later. Six enemies remaining. Так, очень много людей. Я в последнем. Я, блядь, прям здесь сижу до конца. Меня не пугает уже никакое оружие. У меня лютое говно. Мне надо два выстрела, чтобы убить. Точно два, потому что у всех 120 хп в этом игровом режиме. Шесть человек в одном гексе. Давайте уже, блядь, убивайте друг друга, я не знаю. Это я невидимый ни для кого, да, сел на чердак на этот. А вы-то что, господа? I think you will win, bro. Блядь, I think надо ебало свое завалить. I am to push it. Надо ебало свое. Кстати, его надо замутить так, чтобы он вдруг в чат не написал, что я типа здесь сижу. Вот так надо замутить его. А то сейчас напишет: убейте его, он не на чердаке. Советы — это хорошо. Я всегда слышу советы от тех, кто что, кто умирает, ничего не делает. Ну что, 5 еще врагов, 5. Убивайте давайте друг друга. И я прям здесь до талого сижу. Отлично. Блять, меня подсвечивать будет зона. Она меня подсвечивает. Давайте, решайте вопрос друг с другом, господа. В чате сообщение будет видно. Видно только на разминке в конце игры. Еще два разных, пацана. Два разных. Давайте, убиваем друг друга. И тогда уже решаем вопрос. Угу. Угу. Давайте, давайте, блядь. Тут уже все открыто. Вот я сейчас выйду с чердака, все открыто, блядь. Убиваем, давайте, друг друга. Ну и чё? Я проиграл. Чё там повис, чел? Ну это мне подарили игру, он повис или что это было, вы сами видели, он просто как плывет по земле и все. Давайте послушаем советики. Нет, уже ничего не послушайте. Да, тут чел то ли повис, то ли что. Ну, мне подарили игру. Подарили мне игру. То есть тут он развернулся, два выстрела и я умер. Надеюсь на халяву. Что, танки? Может. Ну танк. Зачем танком рушевать? Там много лута. И фишинг тоже. Он на старте в соло. Так, где-то пистолет я увидел. Патроны. Где-то красную коробку что-то я мелькнул.
Или может желтое это было? Армор. Тиммейт уже краснеет. Только началась игра. Он что, разбился? С веревки спрыгнул, как в этом. А, ты умер, инста. Ну что ж, замечательно. Замечательно. Классика тиммейтов в этой игре. Гримфилд тоже отъехал. Что это такое? 5-7 беру. Что-то долго я соображал. Еще армор. Ты, конечно, тэпнулся ко мне, чтобы делить лут. Можно было в одном гексе от меня тэпнуться, и каждый бы лутал свой гекс. Но он тэпается ко мне в один, чтобы мы делили лут, блядь. Что здесь? Молоток. Патроны не буду пока забирать. Вот там красная пушка лежит. Здесь хороший фармик. Можно будет зарядить его. Если, конечно, тиммейт свой П-250 и не зарядит. Еще патроны. Где девайс? Вопрос у меня только. О, это дерьмо. Это дробовик. Надо дальше идти. Никого что-то я не вижу. Опять еще хуже дробовик. Еще дальше надо идти, мне показывает карта. Хорошо, попробуем. Я, кстати, проглядел маяк. Нет, маяк это не новый игрок. Так, я походу заболел. Здорово. Что случилось? Это вчерашний дождь. Камбэкнулся. Или что? Не. Так, вот здесь что ли? Нет, лол. Снизу, да, придется спрыгивать. Опасно. Блять, напугал меня заложник. Угу. Отобьем немножко желание молоту. Так, и кучу патронов я прошел. Идем за патронами. Что, ты так ничего и не нашел? Полчаса я на тебя не смотрел. Прихожу обратно, как школьник, не выучивший уроки, да? Дробовик, да, дробовик в упор вообще убивает. Любимое оружие полицейских на ретейке по вызову. Где ты еще, блин, патроны оставлял? Ага, ты все уже забрал. Ну что, джампер? Что-то долго я без него хожу. Я здесь один или нет? Вот в чем вопрос. Да, я здесь один, окей. Так, нет, вот этот вот чел очень сильно ко мне в гости хочет или что? Он там на границе туда-сюда ходит. Там, кстати, опасная граница. Там вот этот маленький домик и подъем очень неприятный. Здесь еще пацан. Очень все открытое. То есть полтора гекса тебя видно. Вон там что-то мелькает. Под трубой прыгает кто-то. Подтрубный. Есть поддубный, а этот чел у нас подтрубный. Ну что, кто-нибудь прыгнет? Мне на лицо будет очень невесело. Я рискую, думаю, что нет. Я думаю, какие-нибудь прыгальщики бы уже спалились здесь раз. Так, это новый. Кто-то новый, кто-то новый. Новый человек. О, было бы прикольно, если он Маус 2 выбил бы у меня оружие и уничтожил. Так, армор ему не подобрал, не понравился. Я смотрю, здесь патроны нужны мне. Может, я не один, может, он другу к своему тэпнулся. Сейчас кто-то выйдет меня. Как... Не, я один. Что это у нас, пистолет, еще патроны. Что-то вообще по патронам много всего. Юспик. Ты так ничего не нашел. Вот уже прошло, ну не половина игры, но треть. Чел до сих пор он ничего не имеет. Можно было себе хотя бы что-нибудь, наверное, уже купить, если ничего нет. И карта как-то стягивается в центр. Че, может на хайграунд залезть? За деревцом. Так, патронов много, оставлю врагам. Денежка. Блин, а что-то у меня указательный палец левой руки. Он, ну, не вибрирует, но чувствую что-то. Ноготь ноет. Я заболел. Ну, помогите, я заболел. Так. Господа, господа. Я вас жду. Есть вообще хитрость. Есть хитрость на дереве. Ну, до нее, я думаю, я не буду доходить. А то на дереве можно сделать один килл, потом тебе сразу размен прилетает. Вообще, мне не нравится моя позиция. Я беру красный. Куда стягивается карта? Опа, здорово, мы в последнем. Почти что. Ну что ж, моя любимая позиция для людей. Дом престарелых. О, да я в последнем. Отлично, я в последнем. Ну все,
Вообще хил бы себе, конечно, поднести. Я надеюсь, никто меня не видел, не слышал. Ага. Точно слышал. А вот провидел. Это хз. Но я тень увижу. У меня будет время на подготовку. На подготовку, чтобы вот так вот сделать, блять, когда он зайдет. Ну что, посиделки? Можете приходить. Кто смотрит, можете приходить минут через 5. Раньше ничего все равно не произойдет. 5 minutes later. Меня при... Опа. Бомба-то близко, блядь. Вот это хуёво. Неужто убьет бомба меня? Я думаю, что нет. Я прям под взрыв захавал хил. Я думаю, я надеюсь, что меня никто не слышал. Я пытался в тайминг захавать хил. Поэтому будем надеяться на чудо. Я очевидно... Лол! Двоечники умерли кто-то. Все в соло. Три в соло. Три в соло. Окей, рулите друг с другом вопрос. Я здесь посижу. Я здесь посижу, рулите вопрос. Успею еще желтый себе, судя по всему, купить в этой игре. Давайте, господа. Господа, давайте. Отлично, скаут надо мной. Дали ему немножко пизды. И кто-то нарезает круг, я слушаю. Я сижу здесь до талого. Убивайте, давайте, убивайте, блядь. Отлично. Ну вот это, конечно, жестко. В одном треугольнике 4 человека. Туалетный утенок, да? Надо как-то переименовать там стратегию. А то как-то не солидно. Нормально, кстати, 50 хп снес, хила у него нет. Да, чел думал, я, наверное, еще заряд буду взрывать. Noted and appreciated. Блять, Sunny Simple, это очень хуево. Так, господа, если кто-то меня смотрит, добавлять меня друзья не надо. У меня в друзьях только друзья. Ну, еще Panda FX. На правах привилегированного пользователя. Я думаю, объяснять, почему не надо. Hello, bitch. Отлично, контентик подъехал. Классика, классика. Нави, Симпл, школьник, хуйня в войсе. Бинго почти заполнилось. Осталось, чтобы он какую-то хуйню в игре нереальную сделал. Вот, ребята, ну зачем? Я не буду ни с кем играть. Я уже вроде объяснял не один раз. Слышь? Слышь? Мартышка. Мартышка. В компьютерном клубе просто подошли. Вставай бы не кушай, накопи на микрофон. Хорошо, накоплю. На карплату твоему папке накоплю тоже. Чтобы он тебя выселил нахуй на съемную. Так будет лучше бы, да? Чтобы мог школьник поговорить со мной. Ну, логично, в принципе. Так, вот здесь вот для меня игра чел, мне срочно нужен армор. Потому что, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает, что вот этот чел, он... Он может умереть в любой момент, и у нас, очевидно, долбоеб. Он уже где-то хп потерял. Армор, пожалуйста, вот прямо сейчас армор мне нужен. Армора, блядь, нету. Убегаю, убегаю. Кто-то по мне еще стрелял. Ну что-то... Мне, наверное, придется с ним разговаривать, потому что, вот видите, чел что-то не это. Hello. 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 Вот. Что? Hello. Hello. Вот, все, поехали. Where are you from? Все, уровень английского закончил, что ли? Закончился. You player? Yes, I player. Where are you from? What the fuck, you player? Where are you from? Блять, что это? Это базовый урок английского. Where are you from? How old are you, блять? I have a dog, хуё-моё. Мне армор нужен прямо сейчас, блядь.
Да, коммуникация очень важна, блядь. Я ухожу, в меня стреляли, с другой стороны в меня стреляли, я ухожу. Я заказал джамп и армор, пусть этот чел живет, хуй с ним. Хуй с ним, блядь. Лондон, the capital of Great Britain, все верно. Все верно, хотя не, на самом деле не совсем корректная формулировка, почему? Ведь Great Britain, это, ну, у нас 4 страны, да, и там... Ну, а, но все равно он же, да, capital всей этой Соединенного Королевства, anyway. Так что, что, да, все правильно. Так, я вообще не... Опа. Блядь. Ну, пиздец. Так, хил мне вернул, пацан. Пистолетик поменяем. Блять, он умрет сейчас. Я бы пошел хайвалуч попробовал убить, но... Лол, я вообще не один здесь. Блять, он не в... Так, он сделал килл, жри хил. Жри хил, блять. Еще жри хил, отлично. Вроде что-то в башке есть. Блять, это риск. Окей, ждем, пока они покажут себя. По дому могут тоже двигаться, но я услышал. Никто же здесь не будет шифтить правильно из красноты. Все обычно плюс форвард просто бегут. Ага, слышу в доме движ. Друг, блядь. Отлично, хайволучный отлетел. Он, к моему удивлению, был в соло. Очень неприятно, я его не виню. Человек ждал покупки, был с краешку. Видимо, не успел посмотреть, что к нему кто-то запрыгивает. И умер. Очень неприятная смерть. Сам так оказывался не раз. Но у меня обычно тиммейт просто умирал где-то в такой перестрелке. Прям сразу, где я начинал стреляться. Поэтому, ну, извините. Извините, плюс деньги. Плюс деньги. Сколько? 500, что ли, за хайвалучина дают? Это вообще очень мало. Я считаю, что за хайвалу должны давать, ну, хотя бы 750 бачей, потому что вот я всем рискую. У чела по 90, он просто бы взял, зажал. Я не знаю, он хотел меня красиво, что ли, убить? Доставал заряды или что-то. Ну что, жду немножко. И... Джамп у меня один. Карта непонятно куда стягивается. Можно пойти с этим гексом повоевать. Ну и чел заткнулся. Я бы вообще мог бы его развлекать, да, провоцировать его. Но, думаю, этого делать не стоит. Ну и чё? Слабый соперник. Начал войну и не вывез ее. Так, ну патроны, в принципе, все нормально. Пойти попробовать на Эрзону, что ли, это воевать. Най-най-най. Здравствуйте, здесь какой-то господин прилег отдохнуть. Вот это надо взорвать, чтобы потом проблем с этим не было. Показалось, показалось на крыше. У меня, кстати, джампов-то нету. Да, поэтому двигаться надо по-хитрому. В смысле, гравимин нету. Опа. Можно сейчас, блядь, приключения себе на жопу. Скаут. Вижу лес. У меня вот этот вот гекс интересует. У тиммейта скар. Где ты, друг? Вадик с топора зарубил кого-то. Это как американский психопат. Недавно я этот фильм первый раз посмотрел. Неплохой, но концовка мне не понравилась. Если фильм претендует на какой-то философский задел, то и заканчивать надо, да, как-то, ну, соответствующе. Если бы он самовыпилился, мне кажется, это было бы разумней. Но даже несмотря на то, что он ставит под сомнение...
с ним все происходящее и понимает, что там его то ли выдумка, то ли бред. Так, ну что, чела я не нашел. Думаю, хер с ним. Можно попробовать помочь тиммейту, умереть вместе с ним и потом орать. Отлично. Саня Симпл делает дело. И не делает сразу дело. Его сразу разрулили. Ну, блядь, Скар сейчас заберут, нахуй. Ты давай тэпайся прям ко мне. Я могу попробовать разменять пойти. Ты тэпаешься, блядь? Нет? Отлично. Вижу. Вижу. О, попал прям сразу, пиздец. Хуёво, хуёвая перестрелка, она мне была не нужна в итоге. Минус хил. Не знаю, попробовать девайс как-то можно угнать. Да, он в упоре. По карте в следующем гексе вообще девайс. Цветная пушка. Тиммейтич, тиммейтич. Иди подбирай дробовик. Вижу последний гекс, это эрзона. Это эрзона. Это эрзона. Хил заказываем, успеваем. И как сесть здесь? Можно здесь на трубу сесть. Можно здесь сверху поиграть в эти, в круговерти, вокруг туда-сюда ходить. Ты с огнем играешь, там два врага, они подобрали твой скар, что ты делаешь? Иди сюда, забирай оружие. Только не мое, блядь. Хоть какой-нибудь. Хоть какой-нибудь. Наверное, сяду. Не знаю, что-то, блядь, чел. Вроде должен был убивать двоих со скаром и обломался. Можно пойти попробовать пацанов прямо сейчас подъебать на границе. И будем играть 2 в 2. А можно сесть сейфово сидеть, что вот сделать? У меня гравимин-то, кстати, до сих пор нету, блядь. Вот здесь где-то прям на лице должны быть, блядь. Ты умер, что ли, блядь? Нет. Я тебе не помогу уже ничем. Это своя перестрелка. О май гад. Вадика порешали. Все, это последние два, да? Но мне патроны нужны. Я не знаю как-то. Ага, дикоями еще разбрасываемся. Ну, стеком, блять, были бы гравимины, я бы прыгнул с гравимин. Есть что-нибудь? Вот прям сейчас. Пиздец. Go, где девайс? Мне нужен девайс. Где-то в упоре чел нас крысует уже. Блять, он вот здесь, прям на лице в одном. Сейчас будет хуйня. Мясо вперед! Мясо вперед. Го-го-го-го-го. Мясо вперед. Я так и знал, блядь. Ван пляж, пляж, пляж. Ван пляж. Понял, принял. Пизда! О май гад. Ну что, базара ноль. Сани Симпл разговаривает, но я уже играю в онлайн 15 плюс лет. Если ты разговариваешь, ну ты играешь, если делаешь полезную работу, базара ноль. Базара ноль. Можешь говорить что угодно, я не буду на это реагировать. Блин, один хит нужен был, был бы мой килл. Да, ну, чел отошел назад, против меня играл, и Санек его сразу закрыл. Базара ноль. Чел разговаривает, там что-то школьник сам себе на уме. Но...